Всем привет! Я сейчас нахожусь в Кандалакшском парусном яхт-клубе. Это очень уютное, милое место на берегу Белого моря. Один из трех яхт-клубов на Белом море. Что я здесь делаю? Последние 3 года местные энтузиасты делают очень классное, доброе дело и сделают местную детскую парусную школу. То есть они учат детей, как ходить под парусами, ходят с ними в походы и рассказывают им всякие классные, правильные вещи. В этом году из-за коронавируса сезон был пропущен, а в следующем году у ребят уже не хватает средств и ресурсов, и времени на то, чтобы продолжать заниматься этим классным делом. Поэтому мы с Женьком решили ребятам помочь и открываем сбор средств на то, чтобы запустить следующий сезон в 2021 году летней детской парусной школы. Присоединяйтесь, в этом году есть еще возможность сделать хорошее дело и поддержать рублем детский парусный клуб в Кандалакше.